Братцы, всех приветствую. Доделал сегодня. Доточил нож, сидел вчера полночи. Надевал вот эти вот 56 штук пластинок берестяных. Делал отверстия в каждой. Вот тут вот хвостовик видно, вот он вылазит здесь. Это 1,5 сантиметра у него ширина. Вот, здесь я насадил кожаный. Вот. Типа больстера. И уже пошла береста. Вот промазал эпоксидной смолой, насаживал. Где-то грубый квадрат такой был. Вот. И уже в конце я тоже взял кожаный и все это дело поджал. До утра высохло. Ну вот, сегодня обточил, обработал, сделал полуквадратную форму, вот, чтобы можно было достаточно плотно удерживать в руке. И все. То есть, спуски я сделал в линзу скандинавские, такие небольшие. Вот. С подводом. Ну, в общем, что могу сказать? Пытался я кончик обломать. Вот. Он не обламывается. Сосну выщепывает, нормально все. То есть, достаточно такой вязкое полотно получилось. Попалось. Вот. Ну, надо теперь посмотреть, как он будет резать, в общем. R6M5, вот это вот. 11A, RMF3, вот это вот. Вот. Посмотрю. Покажу, может быть, сниму вот даже здесь. Потому что камеры у меня нету мобильной такой, чтобы снимать, как это все это. Приходится тут вот, значит, с компьютера на веб-камеру снимать. Ну, в общем, нормально получилось. На ощупь очень приятный, конечно, материал. Береста мне нравится. Буду, наверное, делать и дальше. Вот. Очень мне понравилось. Наподобие кожи, но кожа, она все-таки потяжелее будет. Береста он легенький такой. То есть, как бы, очень цепкий материал. Вот. Ну и то, что долговечный береста, в принципе, год-два будет в работе нормально. Вот. Ну вот, в общем, все, братцы. Это так вот по внешнему виду, но по тестам надо будет снимать. Еще. Ну, гвоздь строгает нормально, ничего не заминает. Еще я не затачивал так сильно. Чуть-чуть его. Вот. Ну, ладно. Все. Отмучился сегодня. Вырубаюсь.